«О святая мироносице и всехвальная равноапостольная Христова ученица Магдалину Марии! К тебе, яко верней и мощней, о нас к Богу ходатайце, грешные и недостойные ныне усердно прибегаем, и в сокрушении сердец наших молимся. Ты в житии своем страшные козни бесовские испытала еси, но благодатью Христовою явно тех освободила еси. И нас молитвами твоими от сети бесовские избави, да непрестанно во всем житии нашим делом, словом, мыслью и тайными помышлениями сердец наших верно послужим единому святому владыце Богу, яко же тому обещалися есмы. Ты паче всех благ земных, сладчайшего Господа Иисуса возлюбила еси, и тому через все житие добре последовала еси, божественными учениями Его и благодатью не токмо свою душу питающей, но и множество людей от тьмы языческие ко Христу чудному свету приводящие. То ведущи просим Тя, и спроси нам у Христа Бога благодать просвещающую и освящающую, да ею осеняеми преуспеваем в вере и благочестии, подвизях любви и самоотвержения, да не леностно тщимся служить ближним в их нуждах духовных и телесных, помятующий пример твоего человеколюбия. Ты, святая Мария, бодренно благодатью Божией протекла еси житие на земли и мирно отошла еси ко обители небесные. Моли Христа Спаса, да молитвами твоими сподобит нас непреткновенно совершите странствия наши, все ее доли плача, и в мире, и в покаянии скончать и живот наш. Да тако и в святости на земли поживши, вечные блаженные жизни на небеси сподобимся, и там с тобою и всеми святыми вкупе выну восхвалим Троицу нераздельную, воспоим едино Божество, Отца и Сына и Духа Всесвятаго во веки веков. Аминь. О святая мироносице, равноапостольная Магдалину Марии, ты теплою любовью своею ко Христу Богу попрала еси злые козни вражия и обрела еси бесценный бисер Христа и достигла еси Царства Небесного. Сего ради к тебе припадаю и умиленную душею и сокрушенным сердцем вопию, ти аз недостойный, призри с высоты небесные, намя боримого греховными искушениями. Виждь, коль многими грехи и беды на всяк день враг запинает мя, ища моя погибель. Славная и всехвальная ученица Христова, Мария, умоли возлюбленного тобою и возлюбившего тебя Христа Бога, да подаст мне оставление многих моих прегрешений, укрепит мя благодатью своею трезвенно и бодренно шествовать путем святых заповедей Его, и да соделает мя благоуханным храмом Духа Святаго. Да така в мире непостыдно скончаю многотрудное житие мое на земли и вселюся во светлые и блаженные обители Рая Небесного. Иде же ты со всеми святыми, непрестанно радостно словословиши единослучную Троицу, Отца, Сына и Духа Всесвятаго. Аминь.